сейчас мы будем учить Арчи команде сидеть на выдержке. Ну и Василий заодно будет учиться, который сейчас снимает. Я сейчас покажу. Смотри, Василий, ну внимательно, сейчас ты будешь делать. Вот. Садишь, ставишь собаку возле левой ноги, говоришь сидеть, поводок тянешь, садишь, гладишь, сидеть, там отходишь, поводок в руках держишь. Если собака остается в сидячем положении, подходишь, рядом встаешь, даешь лакомство, хорошо сидеть, потом опять сидеть. Ходишь. Если же собака пошла, делаешь вот такой вот рывок, пресекаешь, опять ей сидеть, опять пошел, смотришь, осталась собака, собака послушная, вот. Ну и ему даем поощрение. Хорошо сидеть. Понятно? Понятно. Гуляй. Вот. Все, давай. Бери поводок. Ну ты, Серега, придумал. Все, не разговаривай. Сидеть, Арч. Сидеть, сидеть. Сидеть. Вот, сразу пошли ошибки. Подается одна команда, вслед за командой делается действие. Ты сделал три команды. То есть ты зачем три команды? Теперь команда сидеть, уходи. Сидеть. Сидеть. Сидеть, сидеть. Не надо повторять команды. Я не учил повторять команды. Подходи, вставай рядом. Ну, со словами «хорошо сидеть», скармливай. Хорошо, маленький, хорошо. А что не скармливаешь? Хорошо. Что пустую руку-то даешь, если тебе зарплату не... Одну. А левой рукой гладь одновременно. Корми и гладь одновременно. Поводок. Поводок в руке, гладь с поводком в руке. Ну, брось поводок на землю, брось. Или так, вот. Хорошо, Арчи, хорошо. Хорошо сидеть, кличку не надо. Теперь поправь его, чтобы собака ровно сидела ко мне мордой, а не к тебе. Сидеть, сидеть, сидеть. Не надо повторять команды, я тебе уже говорил. Он опять к тебе мордой сидит, а надо, чтобы вот поправь круп. Разверни вот так, как ты ко мне лицом стоишь, и он также должен сидеть ровно. Ко мне разверни его. Во! Все. Молодец. Говори команду сидеть и уходи. Сидеть. Ходи, смотри на собаку. Если она побежит, то дерни за поводок. Вставай перед собакой. Вот, собака сидит. Подходи, вставай рядом, вставай лакомство. Со словами «хорошо сидеть», скармливай. С ладони давай. Чё так долго, Вася? Собака уже сейчас это... Там кусок мяса досыпал, мясо дай. Быстрее давай, Вася. Собака уже истомилась. Хорошо сидеть. Хорошо сидеть. Все, это переводится. Я хвалю тебя за то, что ты остаешься в сидячем положении. Еще раз, команда сидеть, уходи. Пальчиком. Сидеть. Пальчиком пригрози ему, сидеть. Сидеть. Уходи. Уходи. Сейчас брось, подожди, Вась, бросай поводок на землю. И уходи вот сюда, Вась, уходи. Сейчас проверим, будет он оставаться в сидячем положении, если ты уйдешь.
Вот, прячься за угол вот сюда вот. Вот. Стой. Вот ты спрятался, собака тебя не видит. Собака, вот она. Вот ты оставил собаку, допустим, возле магазина. Сам пошел в магазин, купил ей лакомство. Подходи к собаке. Побыстрей. Лакомство пока не доставай, вдруг она сорвется, убери руку пока оттуда. Вставай рядом. Вот. Доставай из сумки лакомство. Со словами «хорошо сидеть, скармливай». Хорошо сидеть. Вот. Вот. Еще раз команда «сидеть, уходи». Говори «сидеть». Сидеть. И уходи. Сидеть. Не надо повторять команды. Сидеть и пошел. Пальчиком можно пригрозить. Сидеть. Сидеть. Вот так. Вот. Сейчас садись сюда на диван. А я сейчас буду его провоцировать. Ты дал ему команду, а я его буду провокацию. Сейчас вот игрушку кину, он побежит за ней. Ты схватишь за поводок, дернешь. И скажешь сидеть. Накажешь его за это. То есть ты ему дал задание оставаться в сидячем положении. Он сейчас, я постараюсь, чтобы он, я буду змей-искуситель. На грех его буду наталкивать. Понял? А ты бог. Ты дал ему сказать, не вкушай. Смертью умрешь. Сидеть. Понял? Вот он запретный плод полетел. Хоп. Видишь, он в отличие от Адама, не соблазнился. Подходи и хвали его. Вот. Хорошо сидеть. Хорошо сидеть. Вот. А теперь сейчас возьми, скажи гуляй и вот этим мячиком поиграй с ним. Скажи гуляй. Вот вернись, Вась. Нет, вернись к собаке. Вернись к собаке. Возьми за поводок собаку. Вот. Скажи, гуляй. И побежал ко мне вместе с собакой. Скажи, гуляй. Не надо надевать. Скажи, гуляй. И сдергивай. Гуляй. И сдергивай его. Гуляй. Вот. Бери за мячик вот за эту. Вот. И начинай с ним играть. Вот. Видишь, он же послушный мальчик, не то что некоторые. Вот. Вот, поиграл, все. 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 Вась, теперь давай еще раз так же сделаем. Все. Сади его туда. Угу. Бери поводок. Нет, сначала поводок возьми, подтяни его к себе. Все. Вот это он. Поводок под лапу. Расправь поводок. Все, игрушку забери у него, выброси у него сюда ко мне мячик. О, кидай сюда мячик. Сидеть. О, дай команду сидеть и опять уходи. Сидеть. Уходи. О. Ой, тут смотри внимательно. Чуть поближе подойди. Вот сюда вот на ковер. На ковер встань. О, все, стой, стой. Все. Я опять сейчас его буду соблазнять. Ага, погрози пальчиком. Сидеть. Сидеть. Блин. О, подходи, хвали, давай лакомство и играй с мячиком. Вот он опять послушный мальчик. Не пошел на грех. Видишь, как он тебя любит, преданно тебя смотрит. Ты для него Господь. Молодец, молодец. Хорошо сидеть. Поиграй с ним теперь мячиком. Скажи гуляй и начинай играть. Нет, вернись. Сначала команда гуляй. Ты его должен научить этой команде гулять. Что нужно по команде делать? Возьми покороче поводок. Покороче. Вот. Скажи, гуляй. И побежал. Не надо. Не надо.
Скажи, гуляй. Гуляй. И показывай. Гуляй. Показывай поводком. Что значит гулять? Гулять — это можно бегать. Гуляй и дергай за поводок. Гуляй. Вот. И побежал сам. Показывай, что по команде. Вот, бери мячик. Вот. Вот. Ты его научил сейчас команде гуляй. По команде гуляй можно брать то, что раньше запрещалось. Вот. И он сколько весит? Вот. Да, ему около года. А человечески это ему 7 лет. Вот. А тебе сколько? 71. 71. Вот. Ага. Ну давай, Вася, теперь опять туда вставай на исходную. Говори. Все, мячик положи здесь. Здесь сложи. Все, подтягивай его. Фу. Вот. Ага. Сидеть. Сидеть. Сади. Сади руками быстрее. Правой ручкой перехватывайся. Вот. Сидеть. Все. Сидеть. Сидеть. Один раз команда. Много повторяешь. У тебя много слов, мало дела. Сидеть. Все. Команда сидеть, уходи. Вернись. Дай команду сидеть. Вернись, Вася. Нет, вернись к всему. К нему. Сначала дай команду сидеть, а потом уходи. Сидеть. Вот и пошел. Вот. Вот. А теперь бери мячик. Вот. Дай команду сидеть, а сам кинь. Говори, сидеть и кидай. Сидеть. И кидай. О, он послушался. Подойди, дай лакомство. Со словами «хорошо сидеть». Хорошо сидеть. Вот. И бери поводок, гуляй и начинай с мячиком играть. По команде «гуляй» он сразу должен побежать. Гуляй. Вот так. Бери мячик, играй с ним. Вот. Ух ты, маленький. Хорошо. Видишь, как он. Ух ты, маленький. Вот. Вот. Все. Бери поводок. Поводок бери, команда «фу». По команду «фу» он должен отпустить. Если не отпустит, то дергай за поводок. Фу. Дергай. Вот он отпустил. Все, веди туда его. Все. Фу, нельзя поводок брать после команды «фу». Сидеть. Сади его туда, за чертой. Ага, мячик. Убирай. Мячик сюда, на этой стороне черта, собака на ту. Мячик брось на землю. О, сади туда. Все, фу, не разрешаю. Сидеть. Все, сразу сади, 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 сади. Не повторяй команду. Вот, отлично. Все. Все, команда сидеть, уходи. Вернись, дай команду сидеть, потом уходи. Вернись. Я говорю, команда сидеть, уходи. Это ты должен дать команду сидеть, пальчиком пригрозить и уйти. Сидеть. Вот, все, уходи. Все, бросай поводок. Вот. Бери камеру, снимай. И смотри, сейчас будем Арчика учить по команде «фу» не брать лакомство. Смотри, снимаешь. И вот снимай, смотри. Вот смотри, поводок у меня в левой руке, лакомство в правой. Вот. Я пальчиком закрыл один кусочек. Сверху вниз вот так вот опускаю и говорю: кушай. Собака берет. Вот. Потом я опять беру лакомство. Сначала даю команду кушай. Потом разрешаю ему есть. Вот. Сейчас я дам запрещающую команду. Она называется фу. Если он после этой команды будет кушать, я дерну за поводок. Фу! Как только фу, вот эту руку я не шевелю, я вот так ее держу, фу. Вот. Вот он сидит, ждет. Все, нельзя, пост строгий. Сегодня первый день поста, и мы учим его, фу, нельзя брать. Вот, убрали. Вот, а теперь разрешаем. Пост кончился, светлая Пасха Христова. Кушай.
тупее. Можно. Понял? Еще раз, Вась, показываю. Значит, какие у тебя будут ошибки? Ты... можешь тянуть вот так за поводок. Вот так вот. Тянуть не надо. То есть он должен быть расслаблен, находиться в состоянии готовности рывка. То есть вот. Фу! Видишь, уже мне дергать не надо, он уже понимает, что брать нельзя, будет рывок. Сидеть. Фу! Вот он, видишь, хоп, отодвинулся даже от греха подальше. Он знает, что я его накажу. Вот. Сейчас нам надо научить, чтобы он по твоей команде фу тоже не брал. Для этого ты также должен его наказать, как и я. Вот. Умничка. Вот потом. Кушай. То есть вот так вот натягивать не надо. Понял? То есть всегда вот раз и резко так. Оп. Понятно? Хорошо. Гуляй. Все, бери поводок. Иди туда. Все, правое. Ты его ровно посади, он опять, видишь, перед тобой. Прям перпендикулярно ко мне мордой. Поправь его. Во. Давай. Вот, все. В левую ручку бери поводок. Все, правой ручкой доставай лакомство. И доставай лакомство. Достал? Ага. Вот, вверху вниз отпускай и говори, кушай. Кушай. Вот. И еще один кусок скорми. Чуть покороче возьмись, Вася, за поводок. А то ты, если дергать будешь, команду кушай не дал. Еще раз. Ага, покороче возьми поводок, ближе к карабину. Вот так, да. Держи крепко, доставай руку и опять так же опускай ласково. Кушай. Сверху. На лифте как бы опускай мимо носа. Побыстрей. Кушай. Вот. Еще один кусок скажи так же. Кушай. Кушай. Вот. Вот сейчас доставай и сначала скажи строго фу, и также опускай. А если будет кушать, то дергай. Пальцем прижми, пальцем большим, вот, чтобы он не взял. Опускай и говори фу. Фу. Дергай. О, держи. Убери за спину теперь. Вот, выпрямись. Вот, и также скажи кушай. Кушай. Вот. Хорошо. Все. Все. Доставай опять лакомство. Опять. Поближе стань к собаке маленько. Во. Давай. Кушай. Кушай. Угу. Все. Еще кусок. Кушай. Кушай. Все. Сейчас строго запрещай. Зажми, чтобы он не смог взять. И если что, прям дергай. Громко фу кричи. Угу. Фу. О, видишь, уже дергать не пришлось. Дергай. Если нос лезет, то все, он должен сидеть и все, и не брать. Все, убирай за спину. Посади собаку. Сидеть. Собаку. Сидеть. Дергай за поводок. Ну, сади, сильнее. Сидеть. Выше. Поднимай. Сидеть. Выше, тяни поводок. Сидеть. Вот, отлично. Громко орать не надо, все. Кушай. Кушай. Угу. Все, сейчас запрети. Фу, скажи. Что-то мелкие попадаются. Ну, нормально, давай. Быстрее. Кормить? Нет, запретить. Пальцем запретить. Да, пальцем зажми. Угу. Давай. И приготовься дернуть. Давай. Фу.
лег, да, от греха подальше. Вот. Ну, надо, чтобы он выпрямился. Сидел. Да, да, надо, чтобы он сидел. Поводком не разрешай ему садиться. Выпрямись. Сидеть. Выпрямись сам. Все, поднимай его поводком. Сидеть. Поднимай. Вот так, да. Сидеть. Опускай. Вот, все. Сидеть. Угу. Скармливай. Кушай. Угу. Все, запрещай. Но ложиться не давай. И так вот держи там руку. Фу. О, ложиться не давай поводком-то, поводком не давай. Поднимай. Опускай поводок. Он сидит уже. Не души собаку. Поводок. О. Фу. О. Убирай руку. Все, кушай. Кушай. О, отлично. Теперь положи собаку. Руками вложи, чтобы он лежал. Лежать. Вот, умничка. И теперь лакомство положи вот прям перед носом на землю и скажи фу. И не позволяй ему взять. Это отрава. Если он отраву возьмет, значит ты плохой дрессировщик. Ложи и говори фу. Фу. Во. Вот он кусок лежит. Отлично. Вот. Забери кусок. Все. Спрячь за руку. Все. Дай ему съесть. Скажи кушай. Кушай. Вот. Ага. Все. Дергать не надо. Зачем дергаешь-то? Он пусть лежачий. Лежачий? Да, да. Все. Сейчас лежачим. Вот, сейчас бери кусок и ложи прямо возле лапы, чтобы он смог достать. И также говори грозно фу. Угу. Ближе, фу! Ближе к лапе. О, вот он не берет. Бери кусок. Угу. Скармливай. Кушай. Вот. Сейчас лакомство возьми и вообще вот там, где нос, прям к груди ближе положи. Соблазн, чтобы фу, сильнее фу, был. Фу. Да, фу, да. И приготовься дернуть, если он будет брать. Ложи на землю. Ага. Ближе к груди. Фу. О, дергай. О. Видишь, он? Видишь, когда близко, он уже не слушается. Запретный плод прям маячит перед этим. Все, подбирай с земли. Вот. Все. Кушай. Да, кушай. Кушай. Ну вот, все, слава богу.